Итак, Аншабдуль, ребята, продолжаем обозревать, какие нам гадости устроил император Японии. Он даже у него, видите, какой подлец, у него он 50 своих япошечков перебить решил, лишь бы, чтобы у нас пару старушек, может, один солдатик даже скончался вот от этих газов, которые они на нас напустили. Вот какой они акт величайшего терроризма против нашей страны устроили. Сначала говорили, что успокаивали, ничего не пойдет, а сейчас уже идет радиоактивное облако в Россию, да. На полном серьезе, и скоро мы все сами будем Чернобыль, а те будут жить, собственно, спокойно. Очистили свою территорию, теперь у них там много есть там свободного места и гадости делать, вот. А нам, пожалуйста, вот говно жрите вот наше. И теперь они, конечно же, это все было часть самого Абдулова, бога сатаны, плана. Теперь они нам миллиарды, вот триллионы выплачивают. Вообще все земли сами отдадут, а сами в космос выселятся. Да, все вообще PlayStation'ы нам будут слать, кассеты все. Вот эти, правда, не нахрен не нужны, я не знаю. Но будем им костры-то топить, так сказать. Радиоактивную одежду нам надо сжигать, мы эти PlayStation'ы будем разводить костры такие и будем туда бросать вот эти, их вот этими разводить. И это будет нормально, думаю. Да, так. Ну, че тормозить-то, а? Фигово. Аншабдуль, ребята. Чего? Да говорите, ничего не видно. Глушат, что правда не дошла. Да. Итак, ладно, давайте перейдем на спокойный тон, чтобы не шутить. Серьезно нельзя это комментировать, потому что они, видите, тормозит. Вот. Тут комменты всякие дураки пишут. Да. Угу. Да. Что, собственно, об этом можно еще сказать, что мы первые, запомните, распространили этот коварный план, как ФСБ Японии, японское ФСБ взрывает Японию, представляете? То есть сам император лично, наверное, взрывал его, этот реактор, там патроны подносил, всякие гадости, там собирал со всех сил обороны, и потом это все взорвал. И даже так много взорвал, оказалось, что сместил нашу планету на 10 сантиметров орбиту. И острова свои на 5 метров сдвинул. Да, о, круто. Смотрите, вот уже оптимистичные прогнозы. Ситуация на АЭС развивается не самым худшим. А, блин, я уж прочитал, обрадовался, что самым худшим образом. Ну, конечно, это все дезинформация, деза спускается, чтобы народ успокоил. Понимаете, чтобы они объявили, что у нас взорвался реактор, пол Японии накроет, там вас всех накроет, типа, вы покупаете белые тапочки, ползите медленно на кладбище. Естественно, они противоречивы выявляются от ученых. Сначала выброс идет, радиационный ход увеличился, фон. Они тут же дают, что наоборот уместится, то есть показывают, то есть говорят, ничего там, все успокоилось, ничего вообще не будет, все осталось, вообще радиация не выйдет за электростанцию, она выходит. Или вообще потом взрывается вообще, я же все начало этого конфликта слежу, вот, и сейчас продолжают дальше врать наглым образом, то есть если они говорят, не надо беспокоиться, надо бежать, но в принципе на особо бежать некуда. Так что остается сидеть и ржать там над этим всем, так сказать, потому что это реально смешно. Так, и смотри, видели, сейчас карта такая была, что там взорвалось, там что? Вот, видите, эвакуируют в радиусе уже 20 километров. Да, и там какие-то идиоты уже еще продолжают сидеть, как у нас в наших колхозах под Чернобылем. Не знаю, что такое радиация, думаю, типа, и там типа Хиросиму на них спрашивали, не вызывают, вот и тут им ничего как бы не будет. Да, и пытается полиция как-то на них повлиять, над идиотов. Хотя, в принципе, я понимаю, зачем они остались, потому что так жить в такой нищете, собственно, с таким императором поганым под лицом, мерзавцем просто, убийцей, как бы в одной стране, где у вас все набухает, и лучше принести, конечно, лучше в жертву себя, как камикадзе, чтобы там другим было где там что, там выращивать деревья, что ли, потом вот эту педофильскую мангу на них рисовать, там столы поставить, там все.
Хотя зачем им столы? Они же на полу все сидят. Там, так что вот непонятно, зачем столько территории. Да. Видите, и курилы никакие не нужны. Сами расчищают территорию себе. Видимо, они все поняли, что курилы никакие не дадут, конечно, наши. И решили почистить свое народонаселение. С процессом на будущее, прогнозом. О, смотрите, как все поражено, все охренеть. Я вообще не знал, что такое все поражено, видите? Я думал, в одном месте где-то у них долбануло, а они, оказывается, вообще все накрыло. Всю страну. Где она? Вот тут, наверное, ядерная, это вот тут. Да. Так. Да. Они что-то держат контейнеры, радиацию опять гонит. Да. Теперь мы можем видим, что... Чего они не могут ничего подтвердить, типа ничего не видно на этом фотоснимке, видно одну хрень, внешнюю постройку. Теперь мы видим, что они не знают, что там вообще внутри происходит, реактор или типа говорят, тут спокойно и все. Так, я Ямазаки, и сколько еще нам ждать второго реактора взрыва? Давай. Я за пивом сбегаю, давай же, быстрее говори. Да, очень беспокоятся, как они с этим делать будут. Да, видите, как расширение, как эскалация. Абдулов туда, Абдулов пришел, такой расширяет кару. Это кара Абдулова такая. Видите? Блин, ну давайте. О, видите, с PlayStation, смотрите, он смотрит, это вообще оборжешься. Видите, логотип PlayStation вылез. Скоро все, хана вашему PlayStation. PSN Network, думаю, сегодня накроется. Все, взломали PSN, запретили распродажу PSN, все, хана, и это еще кара пришла. Все за эту поганую приставку вам. Ну и за отряд 671, кара возмездие. Now, Mr. or Professor Sekimura, Fukushima number one nuclear профессор. Опять перешел психоаналитик какой-то. Успокаивать. О, до 30 километров расширено! Обалдеть, круто! До 30 километров! О, новая новость! Еще на 10 километров! Нифига себе, у них все хорошо, говорят, они еще на 10 километров расширяют зону эвакуации. Так, надо, короче, охладить, но в Чернобыле точно так же, а его охлаждать пытались, но что-то не вышло у них особо. Part of the fuel became so high in temperature, and they began to melt down. Да. Да, ну, короче, гонит топливо нагрелось, потому что не было электричества, и оно начало там растекаться, и оно теперь радиацию теперь держит внутри, и внутри этого конвоя, то есть лапшу вешают. There is in the structure which only the frameworks remain, so we do not know whether it's the structural building for the nuclear reactor turbine. We haven't been able to confirm that. То есть они даже не говорят, где у них, в какой структуре реактор тут взорвался. The Nuclear Safety Agency official said that there is many unknowns currently. Yes, we must see what is actually happening in the nuclear reactor, and we also have to see what is happening in the radiation in the surrounding area, but we still haven't had enough information on this. О, смотрите, новая хрень.
Блин, давай сюда. Так, давайте посмотрим. Вот, мы это видели уже. О, круто, смотрите. Аншабдуль такой. Да, вот оно, добро распространяется. Вот, смотрите, как распространилось уже. Смотрите, это реактор ебанулся. Ну, посмотрите, что так могло ебануть еще. Это точно реактор. Вообще, смотрите, блин. Давайте еще посмотрим. Давайте еще. Видели так? Там крыша, смотрите, отлетела прям. Так, еще посмотрим. Давайте еще. Аншабдуль. Видите, какой взрыв? Ну какое там топливо? Все снесло. Вот. Вообще все, охренеть, обалдеть, а? Это же бетон, это все. Это пыль бетоновская, та же, которая на небоскребах 9.1 была. ECCS is made up of a series of systems designed to safely shut down a nuclear reactor during serious... Let me repeat that. Japanese officials say radiation has been detected at the Fukushima number 1 plant. They say they measured the level at 1015 microsievert. If people are exposed to this kind of radiation, it is equal to the amount people are normally exposed to in a year. За час, как за год выбрасывает радиацию. Видите, вот все. Вот закат озонизации. О, а это что, еще взрыв? Видите, все вообще. Обалдеть. This radius have already been evacuated, but так, посмотрели, так что там еще за новости? This radius have already been evacuated, but as for 10 kilometers radius, there are still people remain at home, like a bit stricken elderly people, and they cannot evacuate themselves. О, смотри, что фотка, какую фотки, смотри, давайте фотки посмотрим. О, сплошное доброславие прямо, да? Вот грешники. И сами все свои деревья сожгли, и теперь там с мирным атомом экспериментовать стали. Небось, какую-нибудь бомбу атомную мутили, чтобы нас взорвать. А она на них все перешла, кара же. Бога сатана все видит и наказал. Номер один электростанция. Так, автоматически отключились, но врет, явно врет, как отворачивается. Он там ничего не было, если бы он сам отключился. Да, просто надо их охладить, типа, чтобы радиацию установить. Типа, ничего не взорвется. And there was one tower which didn't have electricity, so only one system was working. О, смотрите. Вот он взрыв реальный. Просто обдуленно. Ну посмотрите. Ну красота же, а? На фейерверк посмотрите какой. Вот, смотрите. Ну и чем вот тот взрыв отличался вот от этого? То же самое. Ну согласитесь, вот взрыв. АЭС? Тоже никакого ядерного гриба не было, кстати. И тут то же самое. И они еще гонят нагло. Нагло гонят, что какое топливо взорвалось у них водородное. Вот подлецы, да? Ну посмотрите, тут даже меньше на Чернобыльской взрыв. Видите, тут даже крыша не отлетела, ничего. А там крыши и все стены отлетели. Ну и как нагло можно лапшу вешать народу? Мой голос правда, мы обдулся, мы разоблачили императора, злодея, который взорвал своих епошечек, и чтобы на нас облако это пустить, и еще там и ржать над этим, смотреть, вот их злорадствовать, ржать вот это. Какими же подлецами надо быть, вот столько, даже своих епошечек угробить, 50 миллионов там сколько.
И врать еще, что ничего не взорвалось, чтобы потом поздно было спасаться. Либо ран брать, а